Дети идут в школу. Доброе утро. Сегодня у нас 11 декабря 2020. Очень-очень опасно идти детям в школу. Ну и всем-всем-всем остальным. Это вот это блестит лед. Лужа. Просто сплошной каток. Чтобы идти на работу, вот видите, человек обходит по траве. Потому что вот посередине, там где тропинка, пройти совершенно невозможно. Вот люди умудряются обходить таким образом. Ну, то есть это тоже опасно очень. Вот люди держатся за всем возможное. Бедная наша сирень, конечно, в этом году. По всем огородам. Но тоже на земле ходить очень опасно. Если случайно что-то пойдет не так, вы просто упадете то же самое. Встречается вот там, где дорога, машины, не так вроде сложно, но все равно, видите, посередине тоже идти сложно. Скорость совсем не та. Осторожно отправляйте детей в школу одних, потому что очень-очень опасно. Вот с той стороны, как люди идут, тоже умудряются пройти по травке. Вот тут у нас каток. Все скользят. Там вот если посмотреть возле площадки, очень-очень-очень человек хочет обойти по траве, потому что туда идти невозможно. Вот так у нас каток в городе Киеве. После вчерашнего ледяного дождя у нас такое, я бы сказала, не знаю, страшное, опасное для жизни развлечение — каток на дорогах. Скорая поют. Собачкой лучше гулять по траве. Мамочки, опасно, опасно, опасно. Будьте осторожны. Я даже не знаю, лучше не ходите сегодня домой, не ходите никуда сегодня. Потому что, ну вот, вот земля просто ледяная, ледяная. Что ты говоришь? Сейчас я приду. Вот там очень опасно идти по плитам. Вот человек идет. За деревом плохо видно, но везде он, смотрите, едет на плитах. Мамочки, чё. Самое страшное, что видите, ну, песком вообще, солью дорожки не посыпали.
нет такой возможности или нету. Не знаю, чего нету. Пишите в комментариях. Так. Как ходить у нас по дорогам. Не знаю, после таких гололедов. Честно, я первый раз такое вижу в своей жизни. Ну, такой страшный гололед был вчера, сегодня ночью и, получается, сегодня с утра. А у нас декабрь. 11 число, 20:20. И дети идут в школу. Вот самый оптимальный вариант — находить где-то листики, травку и шагать по ним. Ой, люди пошли на плиты. Там очень скользко. Все-таки плиты лучше обходить, да. Это у нас сейчас 8 утра. Никакая техника ничем не посыпает. Ничего, к сожалению, не делается. Так, берегите себя. Будьте осторожны очень-очень-очень на дорогах сегодня. Всем хорошего дня. Ваша Наташа. Наташа, канал Вот Такец. Пока-пока.